самом начале. Вот замечательный домик. Я немножко свои 5 копеек хочу дать комментарий. То, что внешне построено, это все классно. Камешками свежими обложили, тоже классно. Но вот то, что есть вот такой спуск, причем видно, что там цемент новый, и камешками заложили неестественными. Говорит о том, что там, во-первых, есть нижний этаж, это значит, что уже допотопное здание. Допотопное. Нижний этаж закопанный, это нормально. Скорее всего, это была какая-то хозпостройка по ощущениям. Верхний этаж был снесен взрывом, волной. Крыша снесена, и поэтому просто выровняли. Видно, что кладка другая, кирпичей много было, а кладку из того, что было, вот допотопный, вот он идет. Кладка от времени снесена, вынесена, а вот это свежий. Сразу после потопа приспособили под свои жилищные нужды. Вон видно, что другой материал. Вот тут до потопа, а вот после потопа просто выровняли. Когда выровняли разрушенный дом, вот здесь вот дом был разрушен. Эта часть была снесена. Вот это вот налепили буквально, чтобы из чего-то большего дома сделать вот, вот то, что есть. Вот положили вот тут просто-напросто какие-то бруски, бревна. И поставили, что можно, из того, что было. Вот это вот кирпич, извиняюсь, говенного, послепотопного качества, саманный какой-то кирпич, да. Совершенно забили одну стеночку. Вот это допотопный, но и то кирпич допотопный, а вот цемент, стяжка послепотопная. Уже пытались реставрировать то, что было. Внизу допотопное. И налепили из того, что было. Домом это назвать сложно. Это восстановленное после разрушения, после ядерной атаки. Попытка выжить. Восстановленная хозпостройка какая-то. Из которых оригинального допотопного там одна стена на противоположной стороне. Все остальное уже из того, что было, слепили. Потому что вот это вот, это попытка выровнять и как-то зафиксировать вот эту вот очень хреновую кладку. Потому что вот тут только кирпичи. Кирпичей было много старых, допотопных, качественных. А вот, вот это вот, ну, чуть ли не глина. Просто глина. И сама она не держалась, поэтому вот такой крест поставили из досок. Из тех, которые были. Вот в таких условиях люди жили сразу после потопа. Предполагаю, что это 830-й где-то год постройки. И это очень показательно. Из чего мы все выросли, выжили. Видно, что два срока постройки у этого дома. Вот он один, а вот другой. И качество кладки просто вот, ну, разительно отличается, разительно. Mm-hmm.